В эфире Beauty Time. Всем здравствуйте. В ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. Спонсор программы – профилактическая терапевтическая клиника «Формула». Холодное ультразвуковое наращивание появилось благодаря одному голливудскому парикмахеру, который решил усовершенствовать уже знакомые технологии, чтобы добиться естественного результата, не повреждающего натуральные волосы, и чтобы при этом процесс занимал как можно меньше времени. Да, холодное наращивание ультразвуковое, оно не портит свой волос. Эта технология, в нее входит серин, за счет чего проникает кислород и увлажнение. То есть такая дышащая капсулка, она очень маленькая. В нее входит кератин, она стала еще меньше. То есть тем сделано, чтобы волос максимально смотрелся естественней. Цветовая палитра волос для наращивания насчитывает более 70 оттенков, в том числе и с переходом от темного к светлому. Это избавляет от необходимости окрашивания после наращивания. Прозрачные капсулы незаметны и позволяют делать любую прическу. Кроме того, с помощью технологии Great Lengths можно добавлять волосам не только длину, но и объем. Самое главное, что не пришлось что-то перекрашивать, что-то там добавлять кардинально, да. Просто мы удлинили тот эффект, который у нас был уже на своих натуральных волосах. То есть, если чего-то не хватает, вот хочется все-таки быть в тенденциях, да, то есть с помощью наращивания можно сделать все, что вы пожелаете. И как поработать и с длиной, так и наоборот поработать с объемом, либо зонально. Это тоже как бы очень такой большой плюс. Данная технология отличается быстротой работы. Аппарат Multisonic позволяет наращивать одновременно по 5 прядей. Система Multisonic, которая представлена только у нас, и на Южном Урале, только в нашем салоне, она дает именно быстроту наращивания, потому что там сразу ряд, то есть 5 микрокапсул. Сама техника наращивания, она занимает достаточно очень быстро времени. Наращивание перед важным событием – это возможность измениться всего за один визит в салон. У нас яркое событие с мужем в будущем. Речь шла о свадьбе. Мы решили, что я должна быть прям с вау. Да, так как у меня небольшие волосы, они небольшой длины и не такие густые, приехав к Денису, чтобы обсудить свой образ, он мне предложил сделать наращивание. Естественно, все оценили, никто не понял, что у меня наращены волосы, все подумали, что это мои. Уход за такой прической мало чем отличается от привычного. Можно сушить феном, делать укладки, накручивать и выпрямлять, а при необходимости и окрашивать. Это Beauty Time, программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Всего два цвета и акцент на линию. Так видит женщину этой весной команда Ксении Дизайн. Сочетание черного с белым иногда служит фоном для более ярких оттенков. Впрочем, с этими деконструктивными линиями ахроматичная идея хороша сама по себе. У дизайнеров бренда Мадо романтика с характером. Есть в ней смелые и даже дерзкие нотки.
Какие бы тренды ни диктовали нам социальные сети, с наступлением весны всегда возникает потребность удовлетворить романтические настроения. И в этой связи в центре внимания оказываются не ультрамодные идеи, а стильное воплощение женственности и легкости. Дизайнерские решения на каждый день и для особых случаев в салоне одежды «Максимода». Стильные идеи для ценителей красоты и индивидуальности на Пушкина 60. «Максимода». Второй фестиваль органического образа жизни «Organic Nation» с 1 по 3 июня на озере Тургаяк. Трехдневный семейный праздник. Йога-практики с мастерами из Индии, США, Мексики и России. Лекции и концерты. Детская анимация и вечерние шоу-программы. Регистрация на сайте organicnation.ru. Проект «Доступная пластическая хирургия из Милана» – это консультации, операции, а также модные косметологические процедуры врачей из Италии. В их числе доктор Гайя, сертифицированный на территории России итальянский пластический хирург, автор уникальной методики нитевого лифтинга, член Европейской академии лицевой пластической хирургии. На его счету более 10 тысяч операций по коррекции лица и тела. Европейская эстетическая концепция, курс на естественность и индивидуальность, достойное качество материалов и высокий уровень медицинской помощи. Попасть на прием в Челябинске или Милане можно через врачей-координаторов Центра Арт Медика 775-19-88. Ближайший визит доктора Гая в Челябинск будет проходить с 22 по 26 мая. Организаторы проекта «Рожденная побеждать» для девушек с ограниченными возможностями со всей России объявили о старте второго сезона. Где и как проходят встречи участниц, смотрите прямо сейчас. Мастер-класс по прическам, непринужденная беседа и теплая атмосфера. Так началась вторая встреча участниц проекта «Рожденная побеждать». Все внимание было уделено вопросам по уходу за волосами. Сегодня мы будем рассказывать о том, как делать укладки, как правильно пользоваться стайлинговыми средствами, ну и даже такие элементарные вещи, как просто правильно помыть голову и правильно нанести уходовые линейки. Каждая девушка приметила для себя несколько лайфхаков, о которых не знала раньше. Ну, то, что как можно мыть голову, ну, по-другому. Оказывается, немножечко капельку накапал, помылил немножечко и смыл, а потом уже повторно, тщательно смываем. И если в прошлом сезоне девушки преображали себя внутренне и внешне с помощью психологов и стилистов, то в этом году к партнерам конкурса добавился профессиональный тренер-реабилитолог, который знаком с процессами реабилитации, в том числе и на своем опыте. Вообще в реабилитацию я попал после того, как сам себя реабилитировал. Скажем так, у меня была очень серьезная травма. Мне так врачи сказали, что 50-50, будешь ты ходить или не будешь. Накопился определенный хороший багаж знаний. Это будет индивидуальная программа для каждой девушки. Если будет возможность у девушки посещать какой-нибудь тренажерный зал, то эта программа будет написана под тренажерный зал. И программа тренировок, скажем так, в домашних условиях, хотя бы для того, чтобы грамотно могла поддержать свое не только функциональное состояние, но и укрепить мышечный корсет для того, чтобы не было никаких в дальнейшем проблем. На этом сюрпризы от организаторов не заканчиваются. В этом сезоне они решили подарить одной участнице полное внешнее преображение. В рамках проекта мы предусмотрели одну из участниц сделать для нее преображение. То есть это полноценный комплекс услуг, направленный на то, чтобы ее переодеть, сделать новую прическу и изменить ее в финале уже до неузнаваемости. Репетиции финала конкурса начнутся только осенью, а пока продолжается серия тематических встреч, ближайшая из которых будет посвящена нумерологии. Вы смотрите программу Beauty Time. Продолжаем выпуск. О
Он предпочел Копенгаген-Челябинску, провел 17 часов в самолете, чтобы в конце концов лично присутствовать на открытии своей выставки. Художник из Аргентины известен всему миру своими работами в духе эстетического хулиганства. Своими плакатами автор объявляет войну миру коммерческого глянца, лакированным обложкам и застывшим на снимках фотомоделям, с которыми он расправляется изобретательно, талантливо и профессионально. Делает это он с помощью разнообразных шрифтов. Когда я учился в Буэнос-Айресе, у нас говорили, что плакат – это своего рода пинок для глаз, и появилась мысль, зачем надо пинать, если можно взять и зацепить. Мне кажется, это вот какая-то история такая про страшно красиво. Потому что, с одной стороны, мы с вами видим вот этот глянец, красота и гламур, да, фэшн, который мы с вами видим. И с другой стороны, некие элементы, которые в какой-то момент нам кажутся, может быть, страшными, да, или какие-то такие подтеки, еще что-то. Такая эстетика стрит-арта, которая возникает здесь в плакате, мне кажется, она оказывается более искренней. Уличный стиль граффити дизайнер сочетает с фэшн-съемкой. Тем самым рождается абсолютно новый жанр плакатного искусства. На этих работах шрифтовой дизайн совмещен с работами других авторов, которые не всегда приветствуют видоизменения. Изменения их снимков. Да, были такие случаи. Присылали имейлы, были истории с девушкой-фотографом, которая была против, что за основу взяли ее работы. Но все всегда решается мирно. Я просто не могу остановиться. Сейчас летел, листал аэрофлотовский журнальчик, все изрисовал. Можете спросить у моего психолога, почему я не могу прекратить все разрисовывать. Наверное, это мой способ выразить свое ощущение, некий способ выражения, который я для себя нашел. Работы Мона Гринбаума были представлены в журналах и газетах по всему миру. Выставка в Челябинске – вторая российская и первая, на которую он приехал лично. В экспозиции представлено около 50 его работ, часть из которых сделана специально. Это Beauty Time – программа о том, что делает жизнь яркой, а внешность ухоженной. Продолжаем выпуск. Несмотря на то, что гигиеническая процедура педикюра – явление всесезонное, именно в летнее время услуги профессиональных специалистов пользуются особым спросом. Кто-то считает, что с обработкой стоп и ногтей можно справиться самостоятельно. Но в качественном профессиональном исполнении эта услуга обеспечивает не только ухоженный вид ногам, но и позволяет предотвратить некоторые серьезные проблемы. Все-таки рекомендуется прийти к специалисту, который классическим, либо уже новым способом аппаратным сделает ваши ножки не только красивыми, но и гладкими, а также здоровыми. Аппаратный педикюр – это намного быстрее, это лучше во многих, скажем так, позициях, потому что при помощи аппаратной техники можно хорошо зашлифовать стопу, из-за чего у вас будет очень гладкая кожа. Проблема вросшего ногтя, с которой приходится иметь дело специалистам-подологам, обычно возникает из-за чрезмерно узкой обуви, а также неправильного ухода. Неправильное подстригание ногтевой пластины еще приводит к вырастанию. Если человек сам подстригает, некоторые любят нос подстричь так вот побольше, да, вырезать, это тоже неправильно. Некоторые мастера так могут сделать. То есть это надо подстричь правильно, подпилить. Если вросший ноготь приносит дискомфорт и даже боль, может потребоваться специальная методика коррекции – титановая нить. Титановая нить – это такая маленькая проволочка, которая помогает высвободить ноготь из ложа, чтобы он рос правильно и нужной нам формы. Она ставится быстро, легко, в принципе, безболезненно. Никакого дискомфорта после этого в дальнейшем нету. Не стоит забывать о ежедневном домашнем уходе. Ноги требуют не меньше внимания, чем руки и даже лицо. Обязательно любая девушка должна иметь хороший крем. Крем должен быть, скажем так, насыщенный маслами, которые будут питать вашу кожу, кокосовые, макадамии и прочее. Они должны быть жирными и не должны иметь сильных синтетических отдушек. Вы должны хорошо подготовить кожу, очистить, а после этого уже наносить уход. Также большинство девушек уже привыкло к нанесению масла для кутикулы на
руки, но также это нужно делать и с ногами, конечно же, потому что там тоже кутикула, она может налипать, может грубить, что в целом плохо влияет на вид ваших ножек. Делать профессиональный педикюр рекомендуется примерно раз в месяц. Именно столько держится на ногтевых пластинах современное покрытие гель-лак. Что же касается дизайна, как и в случае с маникюром, современные мастера предлагают различные материалы и техники. Вы смотрите Beauty Time. Далее в выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. Цветочный принт в летней одежде – это скорее не тренд, а постоянный компонент сезонных коллекций. При этом характер цветов из года в год обязательно меняется. Мелкий цветочный орнамент «Мильфлёр» удачно вписывается в ретро-тематику. Классика женственности – легкое шифоновое платье. Цветы в спортивном контексте – идея не новая, но в современной моде с ее эклектикой по-прежнему актуальна. Объемные вышивки – еще одна тенденция этого лета. При этом подавать все можно не только в романтическом, но и в повседневном ключе. В продолжении темы объемов 3D-эффект, который сегодня присутствует во всем, в том числе и в цветочной тематике. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда на Sony Кривой 30. Профтерапевтическая клиника «Формула», эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия на основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс». Клиника «Формула». Мы в самом центре Челябинска, на Кирова, 159. Студия маникюра и педикюра «Лаки» в самом центре города на Алом Поле. Профессиональная обработка и стильное покрытие. Мы работаем одноразовыми инструментами. Студия «Лаки», проспект Ленина, 65. Если нужно, поможем с парковкой. Это Beauty Time. Красивые подробности красивых событий в формате No Comment в завершении выпуска.
Команда Beauty Time TV благодарит партнеров проекта: Модный дом Я, студию макияжа Френды, имидж-студию Елены Ивановой.